Штаны завоеватель, паладин, жрец лук. Ботинки кому-то надо. Все, сейчас будем делать бессмертие. Ваша главная задача — просто стоять в метке. Кто не стоит в метке, умирает. Ему кидаю ГП. Это дай, хватит, пожалуйста. Будем так до скончания века делать бессмертие. Козырь, давай в ШП, ты с три хила все захилит. Поставьте шкаф. Не, бессмертие делаем. Все присты на последней фазе. Бьем башку, все остальные РДД тело. Милики низ. Буду говорить время трав, что делать, куда отбегать там. Кого подбивать. Еще разок скажи, кто голову бьет. Ты не бьешь. Смотришь просто, короче, смотрите еще по ХП. Квест ДБМ, открываем вкладку Ульдуар. Снимите льдистый путь. Мимирон, и отображать здоровье босса. Дуду Дипка тут? Это дайте каску, пожалуйста, лап. Так, все, чек на пух. Каску, лапу, Animal Jazz, дай каску по паладинам. И стабаф, если можно. У меня реги кончились, дай теперь стабаф, все. Так, Войд, начинай. Будет шоковый удар, милики, отбегаем. Захиливайте БДК потом. Да боти, отбегать, не забегайте в мины. Отбежали от шокового. Сука ты. Ладно, бьем дальше. Бля, ну мы какие-то конченые. Это полагается, я не знаю. 500. Анальная кара. Да, надо не пускать туда мириков. Зачем? Они все равно умирают от шокового. Пусть стоят пока. Нет, они должны бить босса, смотреть на дебафы и скиллы его. Если хочешь бессмертие типа сделать, лучше их не пускать туда, и все. Какая-то логика странная у тебя. Так, смотрите, давай, Дуду Дипка, на рейндж выходи, все остальные под босса, на тебя должна кинуться красная метка, ракетница, потом станешь под босса после нее. За звездой следите. Перебежали за звездой. Все в звезду, сейчас скоро обстрел будет.
Давайте звезду. Спасибо, друзья. Благодаря вам я получил ценнейшие сведения. Так, а куда же я дел? А, тебе эти башку. Давайте ее просто хватит Путина. Да у тебя получилось, Войт, нифига себе. Мой первый. Не кинул, она назад улетела. Макгрегор еще такой постоял, побил и только потом умер. Ну давайте бьем. Не бомби уже, Дилос. Станьте в звезду, что ли. Может, я накину ГП еще тем, кто от обстрела умрет на последней фазе. Посмотрим. Давайте рост. Ориентируйтесь на звезду и на тело, куда оно смотрит. Вот это середина. С рук идет обстрел. Смотрите, мины раскинулись. Так, присты, не бейте башку, бейте низ. Хватит бить башку, бьем низ. Сейчас будет обстрел. Забежали в звезду. Да, Дуду Дипка тоже молодец. Хорош. А, бля, даже у меня нет прав на этом чаре. Повысьте меня кто-то. Ха-ха. Носа, повысь меня до рейд-лидера. Так. Завоеватель надо кому-то. Паладин, жрец, лук. Покорите. Идем, последние два босса. Многовато ты им накинул, нет? Ты видел, как они умерли? Ну, видел. Но все равно, я не знаю, 200. Давайте, портайтесь в валившуюся галерею. Блин, если будут такие же глупые смерти на следующих боссах, будет такой же ГП. Но это реально действительно глупая смерть. Правильно.
Хильте прокопала, способинка у него уже. Нажмите на что? Подожди, бой идет. Жмите. В повороте а тебе нужны руки? Тягните носом. Ну я посмотрю, какие они. Если нет, верно. Ну нужны будут, собираюсь. Да, кто там, кого еще сумнуть? Не забыл уже. Влившаяся галерея, зал воспоминаний. О, подвисает или нет, Олег? Не. Я не подвисает. Будем делать тенефобию и бессмертие. Значит так, давайте опять шкаф. По тактике будет две метки. Звезда и квадрат. В квадрате стоит вся третья пати, Вивальди, Дуду, Типка. В звезде стоит четвертая пати и Антихам с Хавкером. По 7 человек в каждой метке. Все хилы под боссом, милики под боссом. Васап, Черный Лимон, Мудбимка хилят. Первый васап хилит, потом Черный Лимон, потом Мунбимка. С меткой, бля, как же она называется, метка безликих, по-моему. Такой зеленый или красный луч, с ним выбегаем из рейда максимально быстро, потому что босс начнется хилить. Начнет себя хилить. Антихам, стой в квадрате. Оу, не, в звезде. Звезда слева.
Квадрат справа. Да, еще важная вещь. Если копье кидается на кого-то из вас, вы не влево, ой, не вниз, не вперед отбегаете там от босса, а влево-вправо, чтобы до вас хилы доставали или захилить, если что. Главное, престиж ВД не бейте. Макгрегор, это нормально там с той стороны, да? Не молчас. Раздай каску. Где Макгрегор стоит? Сломануть. Где-то далеко он стоит. Но он возле Йога. По идее. А не. А я заблудился. Давайте на позиции становимся. Мелики и хилы под босса. Чек на пул. Кавкер, встань звезду. Так, все готовы? Войд, начинай. Так, двигайтесь, звезда, двигайтесь, звезду встали. Забежали опять в лужу. Опять звезда, двигайтесь. Опять забежали в лужу. Скоро метка будет, смотрим. Опять звезда, двигайтесь. Скоро метка, с меткой выбегаем. Ёба, прожми глыбу, блин. Отбежали, звездочка. Опять забежали в ту лужу. Никто ничего не надо. Давайте звезду. Опять звезда, двигайтесь. Отбежали от лужи. В одной точке становитесь, не будет проблем. Опять забежали. Опять звезда, двигайтесь. Отбежали. Скоро метка, смотрим. Опять забежали в лужу. Звезда, на звезде метка, отбежали. Опять забежали в лужу. Простя, глыбу. Простя, на тебе метка, отбежал. Смотрим дальше. Звезда, метка, отбежали. Отбежали, отбежали. Видишь, кинефобия и бессмертие. Изи. И осколок. Так, Трисси осколок или Джерем, кто выше? На. Кому осколок? У меня, наверное, я ж в очереди выше там. Да не помню просто. У кого больше, тому. Плащ, наверное, да. Пояс. У этого игрока нет места. Все, заберу понял. Себе тогда заберу. Ладно. Большой семьи еблом не щелкают, да? Па, этот как его? Шлем на танк, отдам тебе этот пояс или что там уже упал. Так, идол. Любимки. Ну там, давай в танка. Три танка будем. Давайте, чтобы мне легче было. Плюс они те, кто успешно заходил в комнату и убивал, плюс ноль.
Кто еще просто был в комнате? Ну да. Сейчас я поделю вас. Так, в общем, первая, вторая пати, вы заходите в комнаты. Как идут порталы распределения? Отворот, а я считаю отворот портал. Вот отворот, первый портал будет посередине, 4 слева, 4 справа и один в самом конце, сзади босса. Так, первая, вторая пати, вы по порталам. Сейчас я скажу точно, кто куда заходит. Значит, Козырь. Ты заходишь в портал первый, посередине который. Теперь слева, первый портал мой, Йоба второй слева, третий Хавкер слева, Тангра четвертый слева. Дуду Типка задний портал берешь посередине. Потом Диловас, первый портал справа, второй Антихам справа, третий Простя справа, Нарексис четвертый справа. Козырь, ты в ДЦ. Так, есть у кого-то рыбка? Так, в идеале, давай СС на Мунбинку. Повороте СС на Войда. Три танка. Войд, Мутант, Этернити. Так, если кто-то там теряет свои стаки, вот, говорите в РК. Зайдет либо Вуди Аллен, либо Джерин, либо, не знаю, просто кто-то еще. Посмотрим по ситуации. Козырь тут. Все, погнали. Стоим на первой фазе, стоим просто в одной точке, в звезде, никто не двигается, просто стоим, бьем моба. Танки, идите к Саре. Бейте звезду. Желательно косты сбиваем. Звезду бьем, потом кружок. Звездочку потом. Присты, кто не в комнатах, постоянно взрывом разума бьем. Вот Вивальди взрывом разума бей. Ретриков нету в рейде. Давайте звезду добивайте и начинайте нового моба. Джерин что-то получил урон от АУЕ. Ну они там все велики бьют. А чё, конченые что ли? Парафин. Блять, там все велики встают. Велики, встаньте в звезду. В РДД зону. Мунбинка, подымай парафина. Ну, я по хп не вижу. Ну, вот сейчас вижу, да, Джерин получает урон и Дилвас. Да, они всегда получали вар, Джерин и Дилвас. Я же говорю, это гонка ДПС. Сбивайте все эти, как, щупальца. РДД большой, тяжелые щупальца, РДД бьем. Милики мелкие. Скоро будет пакт, с ним надо сбежаться. Два человека. Козырь, Мунбинка, беги к Козырю, к квадрату беги. Мунбинка, быстрее. В квадрате стой, Мунбинка, в квадрате. Сбивайте щупальца, на ком они есть там. От... кружочек бейте.
Скоро будут порталы. Готовимся заходить. Мой первый слева, Йоба второй, третий хавкер слева, Тангра четвертый. Дилвас к Тангре подойди. Тангра к Дилвасу. Все, заходим в порталы. Сливаем обух. Но Рексис, ты не зашел? Я был успел. Хорош, Танра. Вы можете от ебаного черепа отходить? Сливайте. Бля, Танра, ты что, тупой что ли? Зачем ты прожимал звездопад сейчас? Подходите к порталам. Первая пати слева, вторая пати справа. Заменить кого-то надо. Джерин, зайдешь в четвертый портал. Выходим. Выходим с порталов. Четвертый с какой стороны? Точнее, сейчас раз, два, три. Четвертый слева. Бейте щупальца пока. У меня 64 здоровья. Это нормально? Да, на одну комнату хватит. Скоро будут порталы. Заходим в порталы. Первая пати налево, вторая пати направо. Быстрее сливайте. Все, пошли бить. Все большие. Все большие. Большое надо бить, когда достанем щупальца, а не маленькое. Так, подожди, сколько там до выхода? У меня не показывает сейчас. 10 секунд. Выходите. Я 24 здравомыслия. Простя, заходи в третий портал слева. Антиха. Кого еще заменить? Говорите, кого заменить, просто номер портала. Хавкер, третий слева. Вуди Аллен, Хавкеру заходишь. Кто еще может зайти в порталы? Правый портал надо зайти. Заходим в порталы. У меня 18 здравомыслия. Ну и заходите, справа. Кралька, заходи, или Вальди, кто третий там может? Уже не могу я туда зайти. Справа два. Трепещите, смертные. Блять, у меня 4 здравомыслия, пиздец. 25 секунд еще. Бегитесь. Большое на той стороне, бегите. Тут до конца надо оставаться. 10 секунд. Большое щупальце. До конца оставайтесь. Тут либо вайп, либо... Падайте. Прикольная такая лужа, нормально, такое. Лучи, заходите быстрее, падайте. Как нас тут колбасит в комнате-то? Чтобы умереть, надо зайти в лучи. Все, короче, сейчас, Джерриан, давай ты вместо Танры будешь в комнате. Че вы стоите просто так? А
Давайте быстренько. Сука, они там никак не умрут. Все умерли. Там на меня дебаф кидался, по-моему, как-то черная чума называется, он обездвиживал, как раз когда надо было в порталы заходить. Это не испарили, значит. Да, это мелкие щупальца, оно типа кидает в меня, плюется дебафом. Таким. Я типа два шага делаю, стою на месте, ним как не мог добежать. Там по рассеиванию вообще хуйня какая-то. Васабик 6 диспелов, черный лимон 4, паладины там не надо. Тоже должны диспелить. И в порталы заходят вообще не мгновенно, и кто куда вообще, кто куда попало. Да не, так, никто не. Значит. Все нормально заходили вроде. Те, даже если кто-то зашел, тебе впадло пробежать 2 метра, там они порталы рядом стоят. Не, ну я так и делал, я просто говорю как было. Давайте бафайте рейд. Прерывание от станка 3 штуки по щупальцам. Таннер, ты идешь опять в комнату или мне тебе менять? Не, нельзя просто гневом побить и уже в конце, когда остается 4 щупальца, можно дать звездопад, а не с пула прожимать его. Парафин, ты не зайдешь уже? Ну да, кстати, как вариант. Пишет, сдох под зубами он. Хорош. Да, понятно, что он сдохнет, блин. Там невозможно выжить, если под все эти щупальца прожать звездопад. Да, там дамаги много возвращается. 60, по-моему, процентов, да? Animal Jaws, черный лимон тут. Лимон. Все, погнали. Все здесь. Парафин меня что-то не устраивает. Я не тут. Ну зайди там. Стойте просто в звезде. Лапу дайте, пожалуйста. Это плохо. Звездопад давайте. Нет, рано. Звезда, потом круг. Потом ром. Не бейте моба, который идет на рейд и у которого мало хп. Не убивайте квадрат. Ни хрена себе, звезду. Кружок. Дотайте всех мобов присты. Но бьем, прилетит звезда, круг. Звездочка. Заберите круг. Дело пахнет писюнами. Уйдем на отхил. Хорош. Случай. Падаем. Кажется, это из-за войска. Я не уверен, но что-то есть такое подозрение. Кто войско вызывал? Наверное, войско. Thank you.
15-й страж, это, конечно, заебись. Джерин, ты зайдешь? Парафин слился. Писал, что знает тактику, но заморозился в склепе на Хадире, не сбил каст на Аурии и умер сейчас на йоге. Второй раз уже. Не вызывайте больше войска. Есть джипс у кого-то? Да, сейчас. Стоит впереди. Где? На, все. Антихам тут? Да. Давай, я сейчас рысну. Джерин, начинаем. Так. Ну, Антихам, заходи. Ой, вставай, Антихам, точнее. Давайте, поставьте шкаф еще, сомните людей. Так, давайте. Сейчас, подожди, СС надо опять распределить. В идеале на СС. Ты кидал? Вы кидали опять СС? Нет. Давай в идеале на Войда, повороте на мутанта. Может, на третьей фазе понадобится это. Графит, ты уже зашел в РК? Кинешь СС на Этернити. Окей. Мне какой-то приз написал, говорит, привет, твой ученик. Я говорю, чего? Тот говорит, ты меня обещал научить за холи приста. Напиши, ник, какой ник у него? Паспорту. Паспорту это этот, как его, Уматума, вот этот конченый. Ума. Прикинь, что пишет. Ты, говорит, обещал научить. Пишет, ты занят? Ах, да, его наебал. Танкую плюс ноль. Он говорит, отпишу позже, я и пишу. Так, все подтвердили готовности, смотрю. Дайте интеллект. Ну ладно, подождем. Сейчас пройдет эта лужа. Дух уберите. О, давай же сюда. Дайте Кастауру вместо Ретри. Сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его... В звезде стоит. Бьем первого моба. Так, у нас... ГП. Бимка, есть БР? Да, ща. Что ты сказала? Лесу. Да, вставай. Дилос, еще раз подойдешь туда, заменю тебя в этом рейде навсегда. Думал, они так не уешат, блин, для этого же бился нормально было. Да ты переагрил, ну, сагрил. А, ёпта.
Каст не сбили, не сбили. Дайте, пожалуйста, лап. Давайте бафы по Дилусу. Все, спасибо. Найти звезду. Кружок. Звезду. Звезду, потом кружок. Давайте щупальца бьем. Миленькие, мелкие щупальца, РДД большие. А, да, кружок добили, отойдите от кружка, он ауешит. Вивальди, по возможности, по диспель людей с магией. Дилос, Макгрегор сбежались. Большой за боссом. Дилос к квадрату. Беги за мной, стой, куда ты бежишь, блять, сука? Сейчас будут порталы. Первая пати налево, вторая направо. Беги за мной беги. За мной, за мной, за мной. Отбежали от черепа. Стой здесь. Стой здесь и не двигайся. Можешь идти. Защитуй всех, колкозы. Сейчас будут порталы. Заходим. Я не зашел в портал. У меня схожее мышление. Это надо заходить. Оно пропадет. Бля, что ж такое тугу? Заходи в портал быстрее. Я зашел, зашел, зашел. Не бей босса. Великий большой. Я ж так припугался, что мне 50% сняли. Готовимся выходить. Выходим. Блять, сука. Так, первый портал слева, Джерин, заходи. Меня потом убьете. Это все потому, что 10 человек слева стояло. Сука, на мне что-то хуйня повесилась. Череп, отбегайте. На Хавкере череп, на Джерем. Портал свободный, ДД, не хотите зайти? Сбегитесь. От черепа отойдите. Паралич чудо. Там большой миленький побежали, маленький не бьем, большой план. Меня ферните, меня ферните. Отлично. Два и девять лямов осталось, 2.8. 29, третий портал. У меня 18 осталось. Мините меня кто-нибудь. Трогаю. Так, Вудиален, меняй на Рексиса. Это последний портал справа. Фаркер, третий слева заменить. 29. Васап, заходи вместо Козыря в первый портал по центру. Угу. Трися, заходи тоже в портал. Справа. Первый справа. Графит, заходи во второй справа. Идите кто-то уже быстрее. Заходите, Танра.
Тангра, заходи, но ты не бей щупальца, стой возле мозга, потом побьешь босса уже. Просто главное сейчас вот это дерьмо пережить, и там последняя фаза будет легкая. Бейте большое. Щупальца, бейте, щупальца, бейте. Ну, бейте щупальца, ё-моё. Я уже отъехал. Бейте, у нас 8%. Большое бейте все. 10%. КГ. А, блядь. Давай я зайду сейчас в Африка спрятаюсь и зайду нормально лучше. Еще раз, первая пати, когда выходит, нажимайте на левый портал, вторая пати на правый портал. Потому что если там стоят 8 человек, это надо 8 секунд ждать, пока всех выкинет. Зеленые лучи, забегите в них. Трепещите, смертные! Конец близок! А, ну там еще будет смотришь. Вот тупица! Давайте заходим. Сейчас убьем. Кните там по щупальцам с комнаты. Как они называются? Чувствительные щупальца. То есть я умер в первой комнате, был шестой. Он трогает первую хуй. Да, а что ты делаешь в комнате вообще? 19к за 3 комнаты или за 2? Короче, Джерин, заходи в четвертый портал слева вместо Танры. Сказали за допад не жать, и все это нам бесполезно считать. Это не бесполезно, там гнев 1 секунда сносит пол хп щупальцу. 1 секунда. Джерин, давай, ты где? Олег, может меня заменишь на ДД? Что-то я устала играть. Потерпи, осталось 10 минут. Сейчас убьем. Ну, в смысле, на ДД это не хил? Мне кажется, хила достаточно, нет? Там еще на третьей фазе нужно будет отвернуться и похилить рейд походы. Давай последний трай, можешь идти, если устала. Джерин, портал юзни. Джерин, ты слышал, что ты в портал заходишь?
Дайте бафы по Джерриуму. Авкер готов. Погнали. Давайте в черепе стоим. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Я протяну. Звездочку мне. Хавкер, мутант, агрит, звезду. Не щадите их! Бейте без промаха! Не бейте звезду. Убираем кружок. Кружок, потом звезда. Ярость направляет ваши удары. Да! Не щадите их! Бейте без промаха! Жок. Люблю гибко, скинь агро. Последний моб. РДД отошли от звездочки. Милики можете побить. Будем сейчас щупальца бить. Милики мелкие, РДД большие. За пактом следим. За черепом. Давайте. Погнали. Большое щупальце слева за боссом. Джерриан, ты заходишь в четвертый портал слева. Трепещите, смертные! Конец близок! Убегай, Вивальди, что ты делаешь? Вивальди, что там он делает? Не вижу. Что он делает? Забейте шипы. Вот, блядь, шипы говорю. А черепы отбежали. О, нормально, отлично. Да, мне 85 здравомыслия какого-то хера. Все. Погнали. Первая пати налево, вторая направо. Джерри, он заходи в портал. А какой? Четвертый слева? Да. Сказал четвертый слева, его забрал. Ну, заходи в какой-то еще. Хорош. Долги на хп. 43. Встанете там сами? Я встану. Сколько процентов секунды выхода? 10. Выходите. Терренти, не обзывай людей. Выходим. Да сука, 10 человек, левый портал, я ебал. Первый пати влево. Правая справа, в чем проблема? Падайте. Зеленые лучи появятся внизу. Потом тыкаешь, а он не выходит. Хорош. Да не, там еще мне ДБ мне показал, через сколько выходить именно надо. Трепещите, смертные! Конец близок!
Хреново щупаться, что убил. Трепещите, смертные! Конец близок! Обычно с первого утра я убиваю плюс ноль. Сегодня как-то не удавалось.